Это письмо ты никогда не прочитаешь, потому что я его тебе никогда не отправлю. Почему-то принято считать, что мальчики уход отца из семьи переживают намного острее, а девочки, у них мама есть. Я, наверное, неправильная девочка. Мне больно думать об этом до сих пор, хоть я и давно стала взрослой. Мама смогла тебя понять и простить, а я злилась и плакала. Но вот ведь какая странная штука. Ты никогда не был образцовым отцом. У меня практически не осталось никаких воспоминаний детства, связанных с тобой. Мы не ходили вместе в гости и в цирк. Ты не бегал со мной по больницам, если я вдруг болела. И уж тем более не проводил со мной вечера напролет за какой-нибудь занимательной книгой. Наоборот, чаще всего ты был где-то с друзьями, на работе, в командировке. Одно время я даже думала, что командировка – это название таинственного и красивого города, в котором находится твоя работа. Поэтому, когда вы с мамой приняли решение разойтись, моя жизнь почти не изменилась. Мама замуж больше не вышла, хотя могла. Она хотела сделать меня счастливой, одна, раз уж вдвоем у вас не получилось. В конце каждого месяца наступал День Отца. Один из таких краткосрочных визитов пришелся накануне 1 сентября. Мама купила мне новую школьную форму. Я примеряла ее бесчисленное количество раз, такой неотразимой сама себе казалась. Мне хотелось, чтобы ты меня в ней увидел и сказал что-то вроде: «Ух ты, какая у меня дочка, красавица!» «А выросла-то как!» Раздался звонок. Когда я выбежала в подъезд, там уже никого не было. «Наверное, ты спешил. Наверное, тебя ждали дела более важные, чем 8-летняя девчушка. Но попробуй объяснить это ребенку. Как же я рыдала!» Как у каждого ребенка, у меня наступил трудный период. Я стала плохо себя вести, грубила, дерзила. Но слава богу, у мамы хватило терпения, а у меня ума пережить его без потерь. Сейчас я в 10 классе, у меня все отлично, хорошие оценки, я занимаюсь в художественной школе. Мама ездим на море, и она все время рассказывает о тебе, о вашем первом свидании, о том, каким легким и беззаботным ты был тогда. Кстати, мои картины недавно были включены в коллекцию питерской выставки. Вот видишь, пап, какая у тебя дочь. Знаешь, мне бы так хотелось, чтобы когда-нибудь ты просто позвонил к нам домой. А мама бы ответила: «А Насти нет, она уехала с выставкой в Париж». Но ты не звонил. Однажды мне необходимо было встретиться с тобой, передать документы для оформления визы. Я готовилась к встрече так, как не собирается на первое свидание. Волновалась, придумывала наряд, макияж, слова, которые скажу. Хотела, чтобы ты увидел меня во всей красе и состыл в изумлении. А еще представляла, как буду рассказывать тебе о своих успехах, а ты будешь улыбаться и держать меня за руку. Но все оказалось намного прозаичнее. Вместо вопроса «Как дела?» ты буркнул: «Это все?» и принялся внимательно изучать бумаги. Закрывшись в комнате, я долго плакала от обиды и жалости к себе, от невозможности изменить что-то в наших отношениях. И вдруг, ты помнишь сказку о маленьком Кае, которому попал в глаз осколок кривого зеркала? Вот и я столько лет жила с таким осколком в сердце. Тогда я почувствовала, что вместе с потоком слез зеркальный осколочек, приносивший мне столько терзаний от бессмысленных попыток найти ответ на вопрос «почему?», вышел, и сразу стало легче. Ты прошел мимо моей жизни, но, как ни странно, мне есть за что тебя благодарить. Стараясь заслужить твою любовь, я привыкла всегда все делать на пять. И это здорово!